5% на карте Treasure Hunter. Если выпадет Treasure Hunter, я официально самый везучий человек в этом мире. Ладно. Что? 5% шансов? Чё? А что если попробовать еще один скрафтить? Второй крафт, давай, ДХ! Всем здорова, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush, ребята, и это снова ролик, где я буду пытаться скрафтить аркану из 1000 комонок Standoff 2. Ребята, сегодня я хочу скрафтить Origin коллекцию опять, то есть, наконец-то уже забрать Treasure Hunter из комонок. Мы сколько за него боремся, реально, сколько крафтили, никогда нам этот Treasure Hunter вонючий не попадал. Сегодня мы это попытаемся с вами сделать, ребята, поэтому сразу лайкосик, подписку на канал обязательно, с колокольчиком идем к 1 миллиону 200 тысячам подписчиков, ребята, я знаю, что вам нравятся ролики такие, где мы крафтим арканочку из комоночек, поэтому по-братски поддержите лайком и подпиской, пожалуйста, ну и смотреть ролик обязательно до конца, ведь, скорее всего, то, что выпадет, получит кто-то из вас, поэтому смотри, условия розыгрыша будут где-то в ролике, ребята, всем приятного аппетита, приятного просмотра, ну а мы погнали к ролику! Итак, ребятки, я нахожусь на рынке, собственно, уже выставил комуночки, Origin Collection, все дела. Так, ну, мы начнем, наверное, с самых дешевых, пиксель камуфляж мы закажем, и тот, да, пиксель камуфляж и пиксель, юм 45 пиксель. Так, заказать, давайте цену поставим 1.23, к примеру, 500 штук, все, пойдет. Сколько нам прилетит, интересно, до 1.23. Пацаны, снова буст скинов от Раша, как вы и заказывали. Голта моя улетает просто невероятным образом. 100 закупили, 101 прилетают. Так, а там интересно, прикиньте, с наклейками, с голдскулами какие-то. Так, 1.23, 355 у нас еще оставалось. 1.25 и ставим 300, 355 штук. Let's go, let's hit! Бам-бам-бам, за одну. Нифига у чела, там один чел мне просто сливает бит. Сколько у тебя их, братан? Дудка, нифига, пацаны там открывают Ориджины. 231. Купец, мы запустили скин с 1.10 уже на 1.26, пацаны. Найс. Главное еще, нам обязательно нужно будет, чтобы коллекционировать именно Ориджин коллекцию. 244 штуки, да, нам надо, получается. 244. Ой, куда по 1.8? Ну ладно, пофиг, нормально, оно же скупает с рынка. Плевать вообще абсолютно, мы просто покупаем, пацаны, 500 штучечек, собственно. Погнали, погнали. Люблю крафты! Блин, правда, ненавижу и делать это сейчас дохренище крафтов, больше 100. Обалдеть, сейчас опять сидеть крафтить. Ну ничего, пацаны, ради контента, ради вашей поддержки я готов на все, пацаны. 500 штучек вот этого пикселя есть. 510 заказал. Господи, 510 заказал. Ну ладно, 490 нам нужно чего-то другого. Так, 1.17. О, капец, они прям сейчас в цене поднимаются. 1.25 ставлю и 490 штук. 490, поехали. Хватай. Все, let's go. 490 штук. Пацаны, если я скрафчу сегодня Treasure Hunter, это будет легендарный ролик, потому что я невероятно долго уже жду, блин, этот Treasure Hunter из комонок. Я уже задолбался крафтить, он не падает и не падает и не падает. Просто посмотрите еще на счетчик голды. Это капец. Это капец, просто все улетает невозможным образом. Всеми любимая рубрика «Поднимаем скины на CS GO Run». Ребята, это сайт, где преимущественный режим краш. Ну, краш. Мне реально нравится в него играть. Очень быстро, ловко, собственно. Давайте сегодня немножечко поиграем. Рисковать сегодня сильно не буду. Нажимаем «Обменять», собственно, цену. Давайте 2 доллара. За 2 доллара возьмем просто дешевые скинчики. Вот такой вот Bloodsport возьмем. И возьмем P250 азимов. Найс, хорошо. Ставим автовывод 2x и ждем следующей игры. Побежал. Давай, let's get it. 2x. Есть, сюда. Ну а пока что пропущу одну игру и расскажу вам про мой промокод Rush, ребята. Вот этот вот промокодик дает вас плюс 15% к пополнению. Вводите, получаете 15% к своему депозиту на халяву. Так, ну и теперь из нашего Bloodsport тоже попробуем сделать x2. Ставим. Беги, что есть, мочи, бро. Есть. Сюда, бро! Вот так вот, ребята, фастиком подняли немножко скинчика себе в CS GO. Собственно, ссылочка на CS GO Run в закрепленном комментарии. Пацаны! Опа, 294 штучки. 294 штучки заказать. А давайте просто 1.5 поставим, оно точно. 296 штучек нам надо. 296 штучек, поехали. Опа, 296 штучек закупаемся, пацаны. Вся голда улетает, капец. Я уже не в окупе, я уже расстроен. Ну да ладно. Я уже смирился с тем, что мы делаем, с тем, что мы сливаем голду в ноль. Но для вас, для контента, как бы вообще не жалко, пацаны. 20 штучек остается, 10 штучек, 3, 2, 1. Есть, 1000 новых предметов.
предметов. И бэ-бро-бро, 1000 новых предметов. Ну чё, я готов, собственно, крафтить. Первые начинаем, и, ну, нам надо будет еще вниз, блин, листать постоянно, потому что, как бы, нам надо скрафтить именно Origin коллекцию, чтобы чисто Origin была, я же не просто так закупал. Пэдди Нострадиэйшн, это наш первый скинчик, пацаны, я надеюсь, что вы уже поставили лайкосик, подписались на канал, ну, а я начинаю для вас крафтить, собственно, Origin коллекцию. 100 крафтов мне предстоит, пацаны, ничего, ради вас и ради вашей поддержки я готов на все. Погнали крафтить. Прошло, блин, сколько? 5 крафтов, я уже устал. 7. О, 7 тогда довольно. Все, хватит меня на сегодня. Увидимся, пацаны, завтра. Завтра докрафтим. Дальше иду крафтить. Короче, пацаны, я докрафчиваю. Возвращаюсь к вам и будем уже там дальше разбираться. Самое главное, это вот эти 100 крафтов от комонок, а остальное все нормально. Остальное уже все хорошо. Вернее, комонок. 100 крафтов комонок. Самое тяжелое. Поехали. Итак, пацаны, последний крафт, собственно, остается. Вот он, Юнг Пиксель. Я задолбался, честно, минут, наверное, 25 я сидел и тыкал. Я, кстати, перезаказал, походу, у меня почему-то еще 2 лишние осталось. Окей, ребята, предметов в моем инвентаре стало заметно меньше, но все равно до хрена, как говорится. Теперь нам предстоит всего лишь-то 10 крафтов, собственно, из анкомонок в рарочке, получается. 10 рарок у нас? У нас один эпик опять получается. Просто, вы понимаете, один Origin эпик за 1200 голды. Вижу, как ручонки уже тянутся написать. Какой я придурок, который потратил на один эпик из Origin коллекции 1200 голды? Да, придурок, но это в качестве эксперимента вообще-то, если что, все делается, поэтому ничего там писать не надо, понятно? Короче, так, выбираем, где у нас блуды, Дигл Блад, собственно, М16 камуфляж. Так, запоминать, у нас 10 крафтов, 2. Ну, кардинальный камуфляж, собственно, неплохо. Да, за 1200 голды вообще неплохо, собственно, я считаю. Плюс в комментариях, если тоже считаете, что, ну, на эпик потратить 1200 станки, это норма. Класс, самые окупаемые крафты в мире. Origin коллекция, спасибо. Ну вообще, ребята, это все сделано в качестве эксперимента, просто посмотреть реально, какая уже попытка, да и вам интересно наблюдать, и всегда, я знаю, что вам интересно наблюдать, как я сливаю голду, как я простираю контракты голду, ребята, ну, блин, ради эксперимента нужно уже, я хочу вот именно ачивочку такой скрафтила Treasure Hunter из просто анкомонок. Из комонок. Из 1000 комонок, как Treasure Hunter. Ну, чуть не получится, придется докупать, ребята, в любом случае. Но это как всегда, но в любом случае, вот это вот, этот заветный эпик, который мы сейчас скрафтим, он будет скрафчен из 1000 комоночек. Так, у нас 6 контрактов. Капец, еще искать главное нужно, чтобы скрафтить-то именно нужную нам коллект. Это самое запарное. Ну, ничего страшного, мы уже прошли через 100 крафтов, поэтому еще 4 нам вообще погода не сделает, пацаны. 8 и последние 2, да, получается, остается у нас. Блин, у меня просто миллиард предметов в инвентаре, и среди них найти то, что нужно, капец, как тяжело, блин. Но я стараюсь, пацаны, я стараюсь, честно, 10 стараний заслуживает лайкосик. Давайте соберем просто под этим роликом, пацаны, ну просто 20 тысяч лайков. 20 тысяч лайков за старания, за слив голды было бы прям вообще супер-пупер. Для вас это ничего, для меня это огромнейшая цифра, которая, соответственно, дает мотивацию дальше стараться, работать. И делать для вас контентик, пацаны. Поэтому по-братски лайкусик прожмите. Ну ё-моё, ёлки-палки, ёлки-лэмэнэ. Последний крафтик, пацаны, у нас намечается, собственно. Опа. Даже уже лишние еще скины у нас остались. Let's go. Дигл Предатор. Найс! Ну и, собственно, из вот этого мы сейчас делаем, пацаны. Делаем один эпик. Собственно, и это у нас... Да-да-да-да-да-да. Я думаю, что это гуль. Гуль! P350 неон. Сколько он стоит? 73 голды. 1200. 73. Официально можете признать меня дурачком. Так, нам нужно докупить сейчас 10 эпиков, правильно? 10 эпиков. 10 эпиков мы докупаем, пацаны. Какие самые дешевые? О, уже 84 на глазах растет. Раз, два, три. А, ножи надо продавать. Понял. А, продаем ножик, собственно, свой. Давай все как нефиг. Всю голду слить на Treasure Hunter, который не... Это не окупает, пацаны. Не делайте ни в коем случае этого. Но просто я уже сколько роликов по этой серии, ну, из этой серии снял, в которых я пытаюсь скрафтить Treasure Hunter из комоночек. Поэтому, ну, собственно,
Честно, ребятки, не вздумайте это повторять в домашних условиях. Это не окупает 100%. Это просто эксперимент. Я не удивлюсь, если мне выпадет G22 Nest, ребята. Я вообще не удивлюсь, собственно, поэтому... Не надо. Лучше не повторять этого дома. Поехали дальше. 3, 4, так, 5 у нас 6, 7... 8, 9 и 10. И крафтим мы сейчас из этого, ребята, легендарочку, да? Одну легендарочку. И нам еще 9 легендарок нужно докупить. Это еще 2000 голды, да? Сколько там Treasure Hunter стоит, пацаны? Да. Скажите, что я придурок. Скажите, что я дурачок. Я так вижу. Я художник, пацаны. Let's go. Винджет. Винджет реально кайф, реально классный скин. Ну реально классный скин, пацаны. Я реально сейчас докуплю 10 легендарок из Origin коллекции. 9 легендарок из Origin коллекции. Какие самые... Сколько? Я не буду докупать, пацаны, 10 легендарок, я сделаю вот так вот. Я сейчас сделаю вот так просто, пацаны. Нафиг надо, 4000 голды, пацаны, 4000. Я и так уже сколько всрал, не-не-не-не. Вот так вот. Мы покупаем сейчас 9 кэжуалов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрите, легендарный крафт, пацаны. 5% на карте Treasure Hunter. Если выпадет Treasure Hunter, я официально самый... везучий человек в этом мире. Надеюсь, что все поставили лайк и подписались на канал. Пожалуйста, просто. Это очень важно для меня, пацаны. Просто очень важно. Подождите. Это Treasure Hunter. Let's go. Это Treasure Hunter, да? Я открываю глаза, пацаны. Что? Как? 5% шансов еще? Это не охуп, но это охренеть. Пацаны, let's go. Если бы я не покупал эти комонки, я просто купил винджет за 400 голды и 9 этих кэжуалов за 26, потратил 600, а получил 2500. Treasure Hunter, мы это сделали, пацаны. Это первый в жизни крафт такой, который получился наконец из этих комонок. Она это заслуживает вашего лайка, пацаны. А что если попробовать еще один скрафтить? Давайте просто ради интереса попробуем еще один Treasure Hunter скрафтить. Я еще один нож продам просто ради интереса. Попробуем еще раз так же сейчас, подождите. Я, короче, хочу купить тогда 5% шанс. 90% был, что либо выпадет Фабом Бум, либо АКР, это Текинг. Мне капец как повезло. М4 Некромансер одну возьмем. И 9 кэжуалов, также 9 кэжуалов. Я в шоке, пацаны. Я реально не думал, что такое возможно. Покупаем. Покупаем 9 штучек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все, у нас 10. А, нет, это у нас не 10. У нас не 10. Еще один нам нужно докупить. Я в шоке. Я не думал, что такое возможно, реально. Я в шоке, пацаны. Это реально 100% уже заслуживает твоего лайка, братик. Просто поставь лайк, честно. И подпишись на канал, обязательно колокольчик. Эха! Из комонок сделали. А может быть, это и решило, что такое? Ну, он запарился. Ну вот, уже столько голды потратил. Крафте второй крафт. Второй крафт, давай, пика! Да блин, фабам-бум, ну говно говняное, давай, вот сразу продаем, пацаны, сразу ее продаем, короче, и открываем быстренько шарп-кейсик. Ну, как я и обещал, то, что я выбил, достанется вам, соответственно, получается, это такая Treasure Hunter, я разыграю между моими подписчиками. Для участия, братик, просто ставь лайк под этим роликом, подписывайся на канал, обязательно с колокольчиком, ну и оставляй комментарий с твоим ID в Standoff 2, чтобы я, как бы, мог с тобой связаться, если ты выиграешь. Я вполне шоке, пацаны, я реально думал, что такое невозможно, но мы, все, ачивка есть, наконец-то это совершилось, наконец-то этот Treasure Hunter с 1000 комонок упал. О-о-о-о, какой кейсик, ребята, надеюсь, этот ролик понравился, если это так, влепи лайкосик, подписывайся на канал, обязательно с колокольчиком, 25 тысяч лайков, ребята, снимаю из 10 тысяч комонок, все, 25 тысяч лайков, как просил, уже давно обещаю, блин, но это слишком затратно, просто поставь лайк, братик. Ну все, все, прям сейчас тыкай на этот ролик, ведь он получился очень классно, я над ним очень сильно старался, братик, смотри его до конца, ребята, ну а у микрофона, как обычно, был Rush, ребята. Всем удачи и всем пока-пока! Увидимся в новых роликах.